Уты кормлю, он иногда. Когда если собаки не разгонят их, вот. Сегодня вот взял, вот нету, улетели, видать. Зато чистая вода всегда на месте. За ней Александр Грошев приезжает 2-3 раза в неделю. При этом сам живет в Засвияжском районе. Отмечает, воду из-под крана не пьет много лет. Привычку ездить к роднику Маришка передал и своим детям. Я уже приучился как-то это к этой воде уже. Вот я уже много лет уже езжу сюда мимо. Если попадается, сюда еду, набираю. Ну, бывает, тут народ полно. Тогда нет никого. Если есть, приходится постоять немножко, набрать. В прошлом году памятник природы облагородили. Установили лавочки, отремонтировали фундаменты подпорных стенок, восстановили один из колодцев, забетонировали площадки. В этом году в Ульяновской области в порядок приведут еще 23 родника. На это выделено 2 миллиона рублей. Сохранять и обновлять региональные уникальные водные объекты планируют комплексно. Так, по федеральной программе уже летом начнется экологическая реабилитация реки Свияга от поселка Воропаевка до Минаевского моста. Расчистят почти 10 километров. Русла. В рамках данных работ будут проведены мероприятия по дноуглублению. В прошлом году проведены работы по бурению и изыскательной работы. И мы знаем, что по некоторым участкам глубина залегания ила составляет более 2 метров. Также в порядок приведут Юрманский залив. Запланирована выемка иловых отложений, расчистка прибрежной полосы от растительности и мусора. Работы обусловлены общественным запросом. В этих местах летом отдыхают дети. Кроме того, больше 3000 дачников приезжают погреться у берегов Волги. Александра Никитина, Артем Куранов, Управда ТВ.